Добираются домой не по ухабам, а по асфальту. В Барнауле появилась новая дорога по улице 6 Нагорная. Больше километра свежего полотна, которое ведет к строящемуся жилому комплексу. Здесь уже живет почти 1500 человек. В мэрию периодически поступали жалобы на качество дороги. Этим летом властям удалось договориться с бизнесом о совместном решении проблемы. От Змеиногорского тракта, я думаю, камера может даже подснять вот до тех пятиэтажек, которые у нас за спиной. Это муниципалитет взял на себя. Спасибо депутатам, быстро рассмотрели этот вопрос, дополнительно выделили денежные средства. Вот эту оставшуюся часть дороги, ее построил Комяков Андрей Геннадьевич, руководитель строительной компании, которая здесь строит жилье. Но было приятно, что мы вот так вот вместе смогли сделать эту дорогу. 630 метров построил город, потратив 5 миллионов рублей. Еще 450 метров застройщик, вложив в это больше 6 миллионов рублей. На части дороги заменили старое покрытие, на другой укладывали с нуля. В завершение работ была проведена отсыпка и укрепление обочин, также щебеночно-песчаной смесью. В государственно-частном партнерстве заинтересованы обе стороны. В будущем жилом комплексе введено 20 с лишним тысяч квадратных метров. И это всего 15% от того, что будет. Кроме жилых многоэтажек и автостоянки, школа, детсад, учреждения, доп. Образования. Но есть и еще один важный момент. Помимо комфорта жителей, это еще и доступность в любой экстренной помощи, в том числе и медицинской. В том числе и МЧС, не дай бог, конечно, но тем не менее. Поэтому если говорить о дорогах и говорить о сегодняшнем событии, это событие, с одной стороны, знаковое, с другой стороны, оно очень и очень важное, обеспечивающее жизнедеятельность всего этого прекрасного нового микрорайона. Власти подчеркивают, что в таком виде дорогу не оставят. Вдоль проезжей части появятся тротуары и освещение. А еще в этом году дорожники обновят светофор на пересечении Змеиногорского тракта и 6-й Нагорной улицы. А для пешеходных переходов установят светодиодные светильники. Анастасия Дороган, «День с толком».